сказки, и то не подведенные 3 дня назад. Я же говорила, оставшие тянутся, поэтому вот надо дать возможность им услышать. Еще 2 человека будет. Да, не для того, чтобы похвастаться без справедливости. Значит, последний из конкурсов предыдущего конкурса был конкурс, который назывался «В гостях у сказки». Нужно было написать стихи, монолог одного из героев русской народной сказки «Морозко». Меня слышно? Плохо. Что мы будем делать, чтобы меня... А я буду читать без микрофона, меня будет слышно значительно лучше. Лучше? Хуже, нормально. И как это монолог падчерицы, которая с детства знает эту сказку? Январский воздух, звонкий, как стекло, сулит морозка, щедрые награды. Тепло ли тебе делится? Тепло. Помочь ли? Благодарствуйте, не надо. В озябшем теле холодеет кровь. Тепло тебе? Да, гражданин начальник. Морозкин гнев, Морозкина любовь, свят-свят. Минуй нас пуще всех печалей. Тобой еси, а то другой еси. Нам всем тепло. От кабаков до спален. Закон не верь, не бойся, не проси. Он даже в детских сказках актуален. Вижу, прищурясь в ледяную тьму. Холодная луна вдали белеет. В карманах крепче кулаки сожму. А лучше купишь, так руки теплее. Мороз лютует, вот еще чуть-чуть и наградит. Да не было бы поздно. Тепло ли тебе делится? Молчу. Пусть думает, что я уже замерзла. Ну, раз уж мы все равно заговорили про... Ну, просто Юра говорит, что давайте читать последнее, а то мы все друг друга знаем. И старые вещи все друг у друга знаем уже. А если вы люди, что не знают твои старые вещи? Это самое лучшее. Лучшее все. Нет, я не понимаю. Что не было? Вот то, что вы знаете, самое свое лучшее. На самом деле, всегда очень сложно, когда мне говорят, читайте свое лучшее. Можно как новое сидеть. Нет, ну на самом деле, если честно, конечно, есть лучшее и есть худшее. И буквально штук 200 вещей из написанного за долгие 35 творческих лет я могу выделить в лучшее. Но я не буду вам сейчас читать все 200, которые я считаю лучшими, я прочту еще одно, которое называется «Эпилог», и оно из конкурсной подборки вот этой вот «Мигранской Леры». Так, «Эпилог». Однажды, ранней весной, белый лебедь вернулся туда, где покосились курятники на берегу пруда, и пронзительно зеленели крапива и лебеда. Его не сразу, но вспомнили на родном его птичьем дворе и старый кот у забора, и старый пес в конуре. Сестры утки и братья селезни отворачивались ворча. Уродистый наш отъелся на заморских харчах. Потом спросили, ну что, от тоски по дому зайчах? Ты там одичал изрядно и набрался дурных манер. А мы тут неплохо устроены, каждый на свой манер. Вот мама утка, к примеру, минувшей зимой была лучшим украшением рождественского стола. Он взлетел. Немного помедлил над отчим домом паря, выдохнул полной грудью сладкий воздух родных широт и успел напоследок услышать. Смотрите, смотрите, кря-кря, там, высоко в поднебесье, это что еще за урод? Михаил Тельзон. Михаил Тельзон, победитель брюссельского конкурса «Надо получить с американцами». Первое, второе, а потом еще раз. Вообще два слова. Выходит журнал «Слово Морд». Он уже вышел. Да, вышел. Там будет статья большая. Организатор этого конкурса Александр Медиков о том, как он сделал, о трудностях проведения. Очень
интересная статья с живыми подробностями. Рекомендую. Журнал «Слово Word» он продается еще на море. Значит, стихотворение, которое было в конкурсной подборке. Исход. Вот и все. Наконец-то взлетает. Открывается от грешной земли. За века неприрученная сюда. Чуть громче, можно? Громче. Вас не слышно практически. Начинаем сначала. Выходит журнал «Слово Word». Раз, два, три. Погромче просто. Хорошо, да? Да. Исход посвящается дочерям. Вот и все. Наконец-то взлетает, отрываясь от грешной земли. За века неприрученной стаи поднимается в путь птичий клин. Все отобрано, память, сердце. Все оставлено, родина, дом. Даже наше счастливое детство, где-то в прошлом, уже за бортом. Вот и все, скоро будет граница. Раньше годы, теперь это дни. Не забудем родителей лица, остаются в слезах и одни. И обласкано, как только можно, и обыскано, мог ли помочь. На руках, повзрослев на таможне, засыпает двухлетняя дочь. Вот и все, под ногами в болото, даже город сегодня плаксив. И за туч куполов позолотой провожали, Господь вас спаси. Знаешь, небо, державы, границы, миражи, нужно только взглянуть. Оттого и перелетные птицы так легко собираются в путь. Вот и все, мы решили так сами, надоело нам в пасмурках быть. От рождения другими глазами, видеть мир, по-другому любить. Виноваты по роду, по вере, старый колокол снова звенит. Сожжены миллионы евреев, точно так же, печаль, без вины. Вот и все, никому не мешаем, не едим чей-то хлеб, чью-то соль. Выходили, и мы уезжаем, забирая с собой только боль. Хватит ждать, что доказывать дальше, нас никто не спасет от беды. Уезжаем от злобы и фальши, мы евреи, но мы не жиды. Вот и все, спит Египет и слепо, отпускает бегущих рабов. Фараоны меняют на хлебах, не до них, сохранить бы покров. Тысячи лет провожаем, продолжаем исходно, чтоб себя как народ сохранить. Уходили мы из преисподней, улетим из постылой страны. Вот и все, и волнение ропот, вот и вена, и трап подвели. Первый шаг по свободной Европе и последний советской земли. Где мы будем, я точно не знаю, на каких говорить языка. Но проснулась и сладко зевает, улыбается дочь на руках. Вот и все. Отдадим должное дому, где мы находимся. Дом еврейской культуры, правильно говорю, да? Стихотворение евреев. Во мне слились, перемешались, народы веры искрежали, слова пророков и святых, исходы, бедства, караваны, местечки, города и страны, тысячелетия в пути. В моей крови давно без меры семиты, римляне, шумеры, арийцы, ляхи, казаки, в моих глазах костры и печи, в моих ушах несчастна речь, на языке все языки. По мне египетские плети листали больше 300 лет. На мне вся тяжесть пирамид. Плена сирийцев, Вавилона, руины храма, легионные расправы каждый день хранит. Меня преследуют погромы. Я вечный житель шумный дом. Незваный гость, я в горле кость. Я пепел воин инквизиции. По мне мечом прошел смерть. Мне по ночам освенцем снится. Я Бабияр, я Холокост. Во мне века бушует пламя. Мне не дает покоя память, и жжет, и рвется из груди. Не потому ли взгляд печаль, такая ноша, за плеча, такая чаша впереди.